Приветствую, бойцы. У меня пати с Алексеем из Москвы. Ник у него Алексей Москоу. Ангар после боя его покажу. У него чемпионская лига. Роботов-пантонов в ангаре нет. Так, на белом драконе что я буду делать? Я качаю, соответственно, белого дракона и планирую на него, соответственно, два Эвенджера. Потому что это экономное вооружение. Сейчас я установил на него огнемет и Эвенджер. Как видите, немного дискомфортно, потому что разная механика у вооружений и разная дальность нанесения повреждений. И поэтому не совсем удобно и комфортно стрелять. Издалека приходится нажимать вооружение Эвенджер. Вблизи можно, соответственно, просто кнопку стрельбы нажимать. Так. Урон по площади проходит, и огнемет наносит повреждение кибертронику. Почти мой тезка. Так, так. Ну-ка. У вас стенд у кибертроника. И сейчас мы его уработаем огнеметом. Да. Сквозь щит проходит, соответственно, огнемет. Ну, в принципе, у него у Хаячи щит не сильно крепкий. Эвенджер его сносит на раз-два. У Эвенджера с собой, если не ошибаюсь, 350 тысяч повреждений. Но это вы учитываете, что у него еще дикий разброс. Поэтому нужно просто в обязаловку учить умение у пилота. Так, неизвестно, кто там, мэр какой-то. Мэр даже в мою сторону не посмотрел. Ты кто там? Пурсуа, давайте Пурсуа подожгем, гори, ясно. И давайте мэра уработаем. И еще разная получается перезарядка. У Эвенджера 10 секунд, у огнеметов 5 секунд. Лучше ставить однотипное вооружение. Даже пусть Эвенджеры и Вайпер, у них в принципе все одинаковое. 10 секунд, дальность 500 метров. Только разрядка, насколько я знаю, разная по времени. Тоже дискомфорт. Так, Алексей на пулеметик играет, пулеметами балуются. Не знаю, только у него традиционалист или не традиционалист выучено. Так, работаем урон по площади и убьем еще кого-то там. Кого-то там убили. А это у нас Лео. Ну, давайте Лео уработаем. Глаз имеется у Лео? Ни хрена себе Лео Рамштайн на всех огнеметах, а? Так. Кибертроника немножко с огнеметика. Ой, с Эвенджера. А у Ареса Last End, и давайте пора прятаться. Застанили и уйдет в ангарский. Нет, Last End спасает. Нужно срочно уходить, и срочно мы не ушли. Ни хрена себе я врос корнями. Какие-то слабые парни за нашу команду играют. Даже собственные базы не могут отогнать кибертроника. Тезка, ты что здесь забыл? А? До свидания. Вот такая у меня сборочка на Ареса. Пишите, что вы думаете по этому поводу. По поводу того, что у меня Гаст и Хала, да? Раньше на этой сборке у меня были магнумы, а два хала было на скоржиках. На скоржиках также поставил я, ну тоже разного вида вооружения, не достают тараны. На скоржике также, на рейс со скоржиками поставил я тоже хала и гаст, не знаю, хорошо или плохо, пока я, если честно, не понял. Ноль внимания на меня белый дракон обращает. Способность что? Нет способности у тебя. А у тебя способность имеется. О, активировал. И уработали. Отлично, забираем центр. Так, у нас гонка, поэтому там могут негодяи появиться. Так, центр наш. Поинку поработаем. Робот высокий, и в принципе, Арес по нему, как видите, попадает. И мы собрались отдавать правофланговый маячок. Опа-на. Да, свидули. Никого там нет. Давай, спускайся с небес на землю, тараны перезарядим. Маяк не отдам. Кибертроник, ты давай, хватит чудить мне видео портить. Давай за меня играй. Last End первого левела. А наша команда в два состава, два человека. Алексей из Москвы. Вот, появился. Втроем играем, четвером. А, нет, просто они одновременно все умерли. Да, интересно. Так, с одного тарана постреляем. И маяк переходящий получается. Отдаем опять серединку. Так. Ну-ка, аккуратненько тебя работать можно? Ага. Пилот Робин какой-то. Роб Сони. Ну, сейчас закончится твоя способность, ты пойдешь в ангарский.
Ага, до свидания. До новых встреч. И обратно забираем. И еще Кибертроник получает. Сразу вышел и сразу получает. На чем он там вышел? Блиц, что ли? Не знаю, на чем там вышел, но почти полностью я его уработал. Но он меня, негодяй, застанил. Кто-то мне еще по мне стреляет. А, все понятно, понятно. Клювом зацепился и сливает меня. Так, центральный маячок наш. Все занялись обороной, все думают только о себе. Красная команда поняла, что проиграла, и по всем местам она заныкалась безопасным и сидит. Там сидит, тут сидит. Давайте быстрее пускаемся, возможно, мы его убьем в воздухе. Непонятно, что произошло. Вообще не понял, что произошло. Тебя мой взрыв не задел. И также, как видите, у меня производственная необходимость. Пришлось поставить тяжелый дробаш Thunder на тяжелый слот, потому что тупо нечего поставить. Так. Сейчас будет бабах. Прыгнул я неудачно. Крайне неудачно, но остался в живых. И пилота Робина забираем. Или хотя бы застанем. Last End у меня или что там работает? А, это у него Last End работает. У меня уже все отработало. Все, что можно, у меня уже отработало. Ой, издалека хала. Вообще повреждений даже незаметно. Так, ну, в принципе, можно прыгнуть. Прыгнуть можно. Даже могу до инка достать. Давайте на перерез ему прыгаем. Прыгаю на перерез, и он мне в воздухе подбил. Негодяй. Ничего страшного. Появимся прямо здесь. И убьем его. Успел убежать. Вот и реактивный кибертроник. После боя посмотрим кибертроника. О-о-о-о! Ты меня поджидал, смотрю, да? Как видите, моего РСа почти уработал. Как-никак дробаши, это мощь. Last End у кибертроник. Кибертроникс. Кибертроникс. Так, и осталось два вражины. Две коварные вражины. Ломаю ласлоту щит. Но его защищает АРС. Блин. АРСу по полной щит зарядил. Не забудь сказать спасибо. Так, АРС ажно включил глазик от испуга. Так, скоржики на перезарядке. Давайте подождем. Пока щит отрегенится. Скоржики перезарядятся и пойдем в бой. Ну что, Ланслот, ты готов умереть? Вся твоя команда полегла. Ты один остался, давай. Ты должен был первый умереть в 2019 году в чемпионской лиге явно. И тебе еще один, Ланселот. Надо будет еще мэра посмотреть, что он забыл в чемпионской лиге. Однако... Робота тебе нужно поменять. С одного скоржика стреляем. Щит у меня имеется. Давайте обнаглеем. И заберем его с помощью способности. А убил его Алексей из Москвы. Все, команду разметили, смотрим мэра, смотрим кибертроника и смотрим Алексея. Ну, это, соответственно, если Алексей сразу не нажмет в бой. С Алексеем поиграем 3 боя. 2 ляма настрогал. Смотрим сначала мэра. Мэр любит ланселотов. 3 ланселота и АРС на тулумбасах. Вот такая вот прокачка у него. Так, смотрим кибертроникс. Кибертроникс, почти мой тезка. На таких роботах играет. Все 12-го, кроме Тура. Тура, видать, скорее всего, получил недавно. Везунчик, выпал ему. И, соответственно, не успел прокачать. А это Алексей из Москвы с такой прокачкой. Так, Алексей не жмет. А, все, он на работе. Теперь, получается, мы поиграем соло или с кланом. Клан там что-то строчит. Давайте плюсанем и полетим в бой. Так, у меня работает один бустер. Давайте бустеры обколемся. Бустер. О, блин, ё-моё. Щит хотел. Онлайн высокий, нет? Ладно, полетели в бой. Так, мы играли гонку. Давайте играем превосходство и против всех. Во всех режимах порезвимся. Превосходство, я так думаю, должны быть еще слабее ангары. Потому что сейчас превосходство выбирают те, у кого прокачка не соответствует чемпионской лиге. А игра их записывает в чемпионы, якобы. Так, Азия. Пинг был, получается, идеальный для меня лично. Небольшой.
Так, на правый фланг в Райжины не пошли. Но я смотрю, там вроде у этого микро есть три этих химеры, что ли. Фуры на химерах. Английский язык надо ставить. Видите, у меня лечилка включилась сама по себе. Так, и Блиц меня обгоняет. Ой, Пуршер меня обгоняет. Так, зашел маяк, и этот маяк пойдет мне в статистику. Так. Давай поближе немножко. Микро. А, это драгун у него. Не достаю. Иди сюда, радость моя. О. Получай. Да, очень-очень мало дамага. Ладно, да я так думаю, нужно этот осиный улей разворошить. Полетели и этому дадим звездячек, и фуре дадим. В первую очередь, я думаю, надо забирать фуру. Блин, Клинтон. Забрать-то заберу, но путем собственной жизни, путем самопожертвования. Так, и пора валить. Ладно. Last Stand сработает, я постараюсь забрать вражеский маячок. Не, не получится. Враги не зевают, спохватили, что забирают их собственность, и вышли в бой. А, теперь мы выйдем на Меркурий. И заберем левый маячок. Ну, по крайней мере, такие мои планы. Хаечи, Ланселот, в принципе, нормально. Для превосходства нормально. Так, Паресу немножко досталось. Так, способность имеется, в крайнем случае буду прыгать. Галлах относится. Ну, нормально еще. Шел 2019 год, люди играли на Галлахе. Так, Ореса способность. Угу. Ланселота убил? Ах ты негодяй. Так, у него способность заканчивается. Так, я ушел в инвиз и его застанил. Издалека, как видите, дамаг не сильно заходит. Был бы Эванжер, было бы шикарно. Так, забираем маяк, а мы отдали правофланговый маяк. Ну, блин, так нечестно. Парни, надо как бы держать, что имеем. Не отдавать. Так, сейчас может быть крайне-крайне опасно. Даже я буду активировать лечение. Угу. На перерез мы прыгаем. Отлично. Ох ты, блин. Пора валить. Поможем на середине. Инвайдера постараюсь застанить. Так, стан сработал. Но, возможно, я наоборот своей команде, извините меня, сделал плохо. Потому что я его застанил как раз на маяке. А ему это, в принципе, и надо было. Так, сверху что за негодяй? Главное, не спектр был на гидрах. Так. Айр. А это спектр на гидрах. Да, это любимое место спектроидных. Так. По зеленому дракону работает и уработал. Инк. На меня внимания не обращает. Давайте активируем щит. И давайте. Щит мне немножко подзарядили, и инка заберем. Отлично. Спасибо, что зарядили щит. Свою команду подставили. Так, чуть было не было. Хорошо, что меня не застанили. Расстояние до гидриста больше 600, поэтому можно, в принципе, играть спокойно. Так, щит уже почти готов, поэтому давайте я пойду в атаку. Так, поддержка будет? Да, классная поддержка. Можно быть спокойным с такой поддержкой. Вот вам сборка, разнородная сборка. Когда вы будете учить умение пилота, а вооружение будет разное, это дискомфорт вы испытаете, потому что надо будет учить умение и на Avenger, и на Viper, а это не очень не есть хорошо. Поэтому, как бы вы ни хотели делать разнородные сборки, ни хрена он там снял щит. Я активировал лечение, и сейчас его уработаю. Молодец, молодец. Классно играешь. Не попадая по Аресу. А ну стоять. Пытаюсь его догнать. Все, догнал и уработал. Так, кого мне свою ярость влить? Блин, Клинтон, не-не-не. С тобой точно не справлюсь. Тем более его перекрывают. Гриффин перекрывает. В 2019 году пользуются спросом Гриффины в чемпионской лиге. Ну, это, в принципе, не удивляет, потому что разработчики как-то вроде бы идут на уступки. Уменьшают время прокачки, да? Ну, а роботы как трудно добывались, так они трудно и добываются.
Ну, мало того, ладно, вы добыли робота, собрали в мастерской там, да? Ну, кому-то повезло, он выпал в ивенте, да? Наиболее везучим. А те, кто начали играть после ивента пятилетнего, допустим, я на экспериментальном ангаре, у меня, соответственно, раньше из 10-сундукового ящика выпадала куча там оружия, там арканы выпадали. А сейчас, соответственно, там ни черта не выпадает. Все это нужно покупать. Также выпадали из 10-сундукового ящика роботы простецкие, но выпадали, не нужно их покупать. А сейчас не выпадает. Так, ну ты меня заберешь, конечно. Давайте подождем 6 секунд. В общем, пусть даже время прокачки сократили, но это новичкам не помогло. Серебра, потому что откуда новичку брать серебро? Наглею, сильно наглею и получаю от флаксов. И также могу получить от гидр, в принципе, неплохо. Поэтому давайте я отойду. Равен, ты же два прыжка у тебя. Фура постоянно лечится. Но у меня сопротивление урона фура работает. Так, фалконский. Давайте по фалкону поработаем. Аккуратненько, не подставляясь. Еще ничего не решено. Конечно, мы ведем, в принципе, неплохо. Полоска у врагов почти на нуле. Ну, почти не считается, они могут собраться. Возможно, у наших... Вон там Карнейдж пошел в атаку зачем-то. Карнейджа убить — это плевое дело. Расплюнуть, что называется. Я хочу, чтобы вот этот гидрист совершил ошибку. Я его убью за буквально-таки мгновение. Так. Вроде бы он совершил ошибку, он ушел далеко от укрытия. Прыгаем вверх и убер. А, ну понятно, его Равен выгоняет. Ну вот, видите, мы с Равеном скооперировались. Негласно. Давайте я подлечусь, у меня крайний робот. Так, и Корнеш решил умереть. Да. Неужели ты не знал, что Карнейдж робот проходной в чемпионской лиге? Это просто как Ланселот. Просто Ланселот кастрюля, а Карнейдж, не знаю, там как спичка горит. Как свечка. За мгновение. И мне, в принципе, отсюда нужно драпать. Я стою ближе всех к врагу. А это значит, что по мне будут проводить атаку. Булварк на флаксах. Что только не увидишь в нашей игре. Какие только сборочки, да? Так. Три врага на левом фланге. Один на середке. А наши пошли по правому флангу. Это значит, у нас меньшинство. Вот я инк. И я, соответственно, против трех вражин. Так, ну этого врага, наверное, заберем на изи. Так. Его медик лечит. Так. Отлично. Ух ты, фалкон там что-то спортом занимается, дергается. Ну, справились. Отлично. Угу. Булварк до сих пор играет на своих флаксах. Булварк очень робот живучий. Ну и раньше был очень эффективный. До введения белых драконов, соответственно, понтонов. Потому что динамика игры была пониже. Белые драконы, соответственно, очень хорошо проходят по флангам, залетают в тыл. И, соответственно, Булварк для них уже не проблема. Также понтоны просто тупо бегут вперед, сносят все на своем щит, на своем пути. Так, в принципе, получается, бои полные, поэтому времени вас отнимать больше не буду. Давайте пробежимся по скидкам и пробежимся по новостям, если у меня открыт браузер. Так, скидочки вот такие, ничего интересного нет. Соверши любой платеж и будет 500 голды. Угу. Но причем не выпадает скидка 55 рублей за 600, там 500 голды. То есть минимальный платеж, да, чтобы нормальный был. Но в принципе же можно за 55 рублей любую другую скидку. А где за 55 рублей? Даже купишь серебро, вот такая скидка за 55 рублей. Один хрен будет выгодно, да? Потому что сверху дадут 500 голды. Также я планирую собирать, пока ничего не собираю, планирую собирать хала. Вот, жду вашего мнения. Вот такие у меня 2 РСа есть. И всего у меня в наличии 4 хала. Или мне оставить на этом аресе 2 тарана, 2 магнума. Магнумы загнать в 12 МК2. А, соответственно, на двух скорочках будет с двумя халами арес. Или, возможно, психануть и собрать ареса на всех дробашах. То есть, допустим, здесь 2 скорочка, 2 хала, а здесь 2 гаста, 2 шторма. Тоже как вариант. Также, как вы знаете, я вам сказал уже, или
не помню, не сказал. Напомню вам, собираюсь прокачать, естественно, белого дракона и собрать его на двух эвенджерах. Потом впоследствии огнемет переместится обратно на Меркурий. Эвенджер буду покупать, естественно, когда накопится голда, но это произойдет примерно, когда белый дракон прокачается до 12 МК2. Качается он долго и дорого. Итак, что-то у нас в браузере творится. Так, в браузере горячие новости, прям сейчас выскочили. Новость, то, что Breaking News. Здесь был Вася, написал то, что немножко-то его побомбило по поводу игры, да, по поводу разработчиков, как они, в общем, свои экономики проводят в игру, внедряют, да. Ну и вообще, что онлайн падает, и, соответственно, он предложил, в принципе, действующие, такие нормальные решения для того, чтобы у игры игра заиграла новыми красками. То есть, чтобы онлайн вас повысился. И здесь горячая новость. Что? Телепорт? Новый робот Фантом. Хэвитан. Что это такое? Ну, в общем, кому интересно, посмотрите. Я посмотрю после записи этого видео. Что это такое? Робот с телепортом? Ну, в принципе, это логично. Фантазия у разработчиков наших работает на ура. На этом все, пока.